Всем хай, с вами Юджин, и мы продолжаем с вами играть в Observation, крутейшую космическую игру, где мы играем с вами искусственным интеллектом. В прошлый раз настолько ввели в курс дела, мы помогли Эми, нашему единственному члену выжившему экипажа, потушить пожар, и в итоге очутились на Сатурне. No Code Game представляет. Кезия Барроуз. Энтони Хоуэлл. Аж мурашки по коже идут, друзья. Что это она показывает такое? Что это такое, блин? Какой кайф, как игра атмосферно сделана. Мы возле Сатурна. Возле Сатурна, детка. Я перезапустил твою систему. 17 февраля 2026 год. Ты нес какую-то чушь. Да и я, если честно, напуган до чертиков. Без тебя я далеко не уйду, так что... С возвращением. Итак, поехали. Let's try this again. Sam, голосовая идентификация. Доктор Эмма Фишер, 140412. Анализ. Совпадение голосового отпечатка. Принять. Принято. Итак, Сам. Опишу ситуацию. Я застряла в крыле ЕА. Думаю, что вся проблема в питании, но большинство люков полностью заблокированы. Так что я попробую альтернативный подход. Уитли? Окей. Хотя бы аудио есть. Аудио-то. Трансляция подключена. Почти. Еще секунду. Черт. Вот же не то. Вот так. Окей, Сам. Я взломала сферу, чтобы ты мог ее использовать. С ее помощью ты сможешь передвигаться по станции. Ну и добраться до слепых зон камер, например, или подключиться к стороннему оборудованию вроде ноутбуков. Ты уверена? Я, блин, привел тебя сюда. Вот. Выглядит неплохо. Я сам себе не доверяю, если честно. Вот так. Давай посмотрим, можешь ли ты ей управлять. Подлети ко мне. Какой кайф.
Отлично. А теперь развернись на 180 градусов визорами ко мне и лети назад. Упси-дупси. Команда получена. Я как будто ребенок иду к маме и учусь ходить. Оп, сорян. Отлично, тут есть еще система управления для вращения и трансляции, но я дам тебе самому разобраться. Ты должен быть способен идентифицировать объекты и перенаправлять информацию. Окей, хорошо. Как мне бы меня немножечко выровнять, а то неудобно. Вот, стоп. Теперь я как экшн-камера какая-то, да? Экшн-камера будущего. Удерживайте ЛТ, чтобы войти в режим отклика. Хорошо, я вхожу. А я должен что делать? Протестировать режим отклика сферы. Ну, он работает или что? Удержите, чтобы войти... Да, я вошел. Все работает. Что надо-то? Ноутбук, нет ответа. Стоп, стоп. Обнаружен ноутбук, принадлежащий доктору Эмми Фишер. Отлично, заработало. А сейчас ты можешь отключиться от сферы и вернуться в ОС, как обычно. Попробуй. Нажмите, ага, чтобы выйти из сферы подключения. Сфера... Отслеживание сферы активировано. Ее местоположение будет отображено на карте станции. Чтобы снова ее использовать, ты можешь либо напрямую подключиться с карты, либо через ближайшую камеру сферы подключения. Переподключись к сфере. Можно через карту. Так, занять камеру, задать точку. Ага. Или вот так, да? Отлично. Не могу поверить, что это сработало. Так. Станция обесточена, а крыло горизонт работает на аварийном питании. Солнечные панели практически бесполезны так далеко от Солнца. Но у нас на борту есть экспериментальный атомный реактор. ЭАР. Если он сможет снабдить нас энергией, у нас получится открыть люки. Надеюсь. Посмотри, что сможешь сделать. Я пока сообщу, поищу способ связаться с экипажем. Господи. Но я верю, что кто-то будет жив, по-любому. Итак, наша цель — получить доступ к Е1. И на карте он находится... Так, мы здесь. Е1 вот здесь. Занять камеру. Добрый день. Сумка с припасами. Нет ответа. Я не могу ничего, да? Ладненько. Но мы попробуем запомнить, что здесь такая есть. Вдруг ей понадобится. Так. Стоп. BXY. Заблокировано, твою мать. Хорошо. Сейчас я подумаю. Нам надо что-то тут похимичить, поковырять. Опа, это что такое? Сенсор. И окружение. А, ну все, это фигня ни к чему. Все, хорошо, перемещаемся в другую камеру. Оу. Экспериментальный атомный реактор. Вот он, кстати говоря. Необходима сфера подключения. Секунду. Давайте переместимся в нашу сферу. Все, хорошо. Эмма, я пошел. Мне нужно идти к восьмому модулю. Восьмой модуль, блин, плохое соединение. Стоп! Где, черт подери, восьмой модуль? Не понимаю. Или тут только написано на дверях? Зачем писать только на дверях? Можно еще над дверью написать, чтобы я точно знал. Хорошо, получается... это куда модуль ведет? Какую задницу? Это вообще выход из корабля. Туда нам точно не надо.
Блин, я уже начинаю путаться. Как сложно, наверное, управлять этим всем. Вот если ты бы реально в космосе оказался. Где верх, где низ? Так, 11. Значит, получается, 11 у нас... То есть, то 10. Нам нужно в другую сторону пойти. Вот это 10 модуль, значит, да? А вот это как раз-таки то, что нам нужно. Окей, let's go. Вот, да, модуль 8. Потом карта показывает. Сюда. О, боже мой. Мы все еще в 8? Черт. А, как она... А, ну, не знаю, что... А это что такое? Космос? Ой, блин. Ой, это космос. Так, это он застрял нафиг. Как сложно ориентироваться. Ой, блин. Стоп, ноутбук. О. Не могу. Ох. Так, а это куда? Так, это 6? Да, все правильно, 6, а 7 у нас отдельно. А, я понял. Хорошо, нам нужно 6. Так, установить. Пожалуйста. А, переключиться на камеру. Где мы, черт возьми? Да, все правильно, мы здесь. Нам нужна другая камера. Вот. Приблизьте для взаимодействия. Открыть. Все, занять сферу. Блин, это очень круто. Далее. То есть, по сути, сфера сама не может что-то там особо делать. Слишком много. Это что, целая куча ноутов? Ну-ка, давайте займем камеру. Станция управления Кандарм активна. Ладно, хорошо. Переключите на сферу. Продолжаем наше путешествие. О, мама! Что-то страшно. Сам, это ты? Мне кажется, батареи не выдерживают. Подожди-ка. Кто-то играет с нами, блин, я чувствую. О! Что ты делаешь? О, мерси. Все. Я вырубила кое-какие системы, вроде помогло. Не знаю, сколько еще продержимся. Нужно запустить реактор. Даже не знаю, что это. Это какая-то каморка. В эту сторону нам не надо. Вот сюда. Правильно, модуль первый. Ага, мы прямо здесь уже. Хорошо. А, переключаемся на камеру. Так, ноутбук. YYX. Давайте почитаем. Схема люка. Ага. А, все, я понял. Нам нужно будет это нарисовать. Значит, окей, с этими схемами у тебя должно получиться разблокировать люк через системное подключение. Я тебя понял. Хорошо, только погоди. У меня сфера стоит так, что она закрыла. А, нет, не закрыла, нет, нормально. Ладно, давайте попробуем еще раз, секунду. Я подробнее как-то изучу. Эй. Все, не могу подключиться. А, видимо, она сейчас будет показана у меня. Использовать схему на люке. Ага. Да я с удовольствием бы использовал эту схему. А как? Ну-ка. Что это? Противогаз. Стоп, может быть, мне надо на сферу переключиться? А, вот. Видите, здесь еще один модуль.
Как мне... Как же мне его воспользоваться им-то, а? Чертова камера мешает. Сейчас попробуем. А, нет, стоп, я вообще не туда смотрел, оказывается. И понимаю, погоди, стойте. Где я нахожусь? Где вверх, Денис? Это модуль первый, нам надо... Я вверх ногами смотрю на него, надо перекрутиться. Вот, стоп, хорошо. Хорошо. Это все тот же самый, один и тот же модуль. Как сложно. Хорошо, как же мне с тобой быть, тварь? Использовать схему... А, в режиме камеры, да, я понял, спасибо. Приблизьте. Заблокировано. А, все, я просто... Надо было X нажать, господи Иисусе. Удерживать, посмотреть на схему. Все, я понял, хорошо. 3-4 сверху вниз. Я тебя... 3-4. Вот, значит, 4 вот так вот. А как мне? Удерживайте. А, и вот так пошли, да. Блин. Где тупанул? Нигде не тупанул. А, стоп, может быть, нужно сначала первую, потом вторую по очереди, да? L1, L2. Ага. Хорошо. Схема L1, кстати, люка я открыт. Давайте попробуем. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз. 1, 2, 3. Блин, что я не так сделал опять? Значит, 4 наверх, 1, 2 направо и 1, 2, 3 наверх. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. Блин, да что я не так делаю? Я не могу никак разобраться. 1, 2. А, нет, стоп. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Пробуем так. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Заблокирован! Почему? Хорошо. Попробуем L2 тогда. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Пошли направо. 1, 2. Вниз. 1, 2. 1, 2. Ага. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ошибка, люк заблокирован. Давайте, хорошо, попробуем L3 сделать. Ну, мы L3 уже сделали. И, кстати, мы L3 неправильно сделали, не с той стороны. Начали. Окей. 2, 3, 4, 5. Разблокирован, наконец-то. Есть! Надо сказать об этом успехе. Я смог. Ей плевать. Черт. Так, я немножко здесь дезориентирован. Где же этот реактор? А, вот он. Ау. Итак, удерживать соединение. Не знаю, как эта штука работает. Это была работа Джоша. Тут я тебе ничем не помочь не могу. Нам нужно запустить эту штуку, делать все, что можно. Окей, хорошо, я попробую. Настроить силу магнита.
Экспериментальный атомный реактор интерфейса внешнего подъемника. Значит, включить удерживание. Переместить курсор, выбрать, настроить силу магнита. Блин. Давайте, ладно, включить. Нет, мы здесь ничего не можем сделать. Хорошо, ввести плазму. Тайм-аут системы. Ой, блин. Я так понимаю, нужно... все. Кажется, я понял. Нам нужно удерживать магниты в зоне. Тихо, тихо, тихо. У меня очень мало времени. Я долго допирал. Ну, мне же никто не объяснил, как делать. Уж простите. Сейчас, сейчас, сейчас. Как унизить? Унизить, уменьшить, точнее, напряжение. Давай, тварь. Сволочь. Я получил? У меня получилось? Нет. Хорошо, ну очевидно, что да, надо, чтобы эта фигня была вот здесь. Делаем меньше, делаем, делаем, хорошо. Вот как-то так, идеально. Тихо, вот, она стабильная. Стабильно, насколько это вообще возможно. Хорошо. Тихо, тихо, тихо. Блин. А здесь не работает так? Ну давай же, давай, давай. А, вот, все, я понял. Чуть-чуть просто увеличить. Чуть-чуть просто увеличить. Время! Давай сволочь на магнит, стоп! Есть! Отлично. Спасибо, Сэм. Питание восстанавливается. Есть. Хорошо. Происходит подключение узла. Ага. У меня заканчивается кислород. Нужно поторопиться. А где ты? Релокация. Происходит подключение узла. Камера. А, вот ты где. Сам. Опси-допси. Сэм, это ты шумишь? Сэм, отвечай, прекрати. Приведи ее. Я это вижу, Сэм. Ты тоже видишь? Я не знаю. Как объяснить, я это чувствую. Продолжить? Что это такое? Блин, это жуть! Он показал нам некий символ. Стоп, 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 включить заново. Он показал нам последовательность. Первое было вот это. Ага. Я понял тебя, мистер Сфера. Жуть. Мы говорим с ней на одном языке. Это инопланетянин какой-то. Блин.
Хорошо. Вот это. Потом B. Блин, забыл. Не забыл. Я забыл. Вот это? Нет, что-то не это, я забыл, да? Я тупанул. Неправильно, сейчас она скажет. Нет, или я правильно сделал? Ой, я правильно сделал? Я открываю какой-то инопланетный замок. Хорошо. Круг с точкой. Галочка рикошетная. Квадратик, кружочек в квадратике. Он всегда начинает с этого. Хорошо, вот это, отскок и би. Есть. Нам нужно уходить. Сам, станция движется куда? Куда мы движемся? Да что? Сам отвечай, да что такое? Сам. Мы прям на Сатурн летим. Ой, боже мой. Я не знаю, как и зачем ты это делаешь. Если, конечно, ты это делаешь. Но мне нужна твоя помощь. Мне нужно знать, что тут творится. Мне нужен экипаж. Питание активно. Перезапуск. Опять. Питание восстановлено, но люк в универсале все еще не активен. Мне нужно, чтобы ты разобрался, в чем дело. Сам, запусти диагностику системы. Окей, хорошо. Итак, нам нужно было... Нам нужно что есть дело? Системные соединения в модуле ES3 работоспособны. Не вижу ничего необычного. Точки контакта. Точки контакта в модуле E03 не отвечают. Они могли как-то повредиться из-за вращения. Получается, что с питанием все в порядке, но точки контакта неправильно назначены. Это можно поправить. Я не могу открыть их с моей стороны, но ты можешь переназначить точки контакта снаружи. Это будет твой первый выход в открытый космос, Сэм. Но перед тем, как ты отправишься туда, нам нужно установить на сферу обновления для наружного использования. А для этого тебе нужно отсканировать штрих-коды сфер в ЕА-11. Начнем, как только ты обновишься. Даю тебе доступ для, для ВКД. Люк внешнего шлюза теперь открыт. Как скажешь. Так, удержите, чтобы узнать подробней. Отсканировать КВВ, занять сферу. Ага. Хорошо, нам нужно в ЕА-11. Хорошо, а мы в каком ЕА находимся? Мы в первом, да, кажется, находились? Или каком? Или, блин, каком? Мы находимся в 9. Мы уже в 9 приехали обратно. Это ноутбук. Давайте-ка пошарим. Мы можем пошарить чуточку? Не, мы не можем. Хорошо, возвращаемся в сферу. Так. Что-то я не могу понять, куда мне идти. Ну-ка, где-то написано было, да, здесь? А, значит, стоп, это в восьмую. Ага, не сюда, все, я помню, где тебе написано. Я думал, блин, очень трудно не понимать, куда идти. Где, где написано, где указатель, твою же налево? Ну,
я так понимаю, это 11-й, не знаю. Потому что только так я и могу, да. Вот это жутко, если честно, очень. Ноутбук закрытый. Ау. Панель управления шлюзом ЕА. Отсканировать КВВ-коды. Панель управления шлюзом, ага. А, вот они, наверное, да? Необходимо обновить сферу. А, черт. Здесь только вот один ракурс у нас есть. Стоп, не это ли они? Сфера апгрейда, да, да, да. Это они. Для обеспечения максимальной мобильности, защиты от внешнего воздействия и выполнения текущих заданий необходимо минимум 3 обновления сфер. Перед внекорабельной деятельностью в ЕА-11 производится осмотр на наличие обновлений сфер, что позволяет отладить и активировать новые функции. С помощью терминала или сам пользователи могут использовать компилятор скриптов для комбинирования необходимых функций. Для удаления установленных функций потребуется полная перезагрузка сферы. То есть нужен свет... Скорость, сигнал. Отсканировал и комбинируй. Хорошо. Стоп, а еще вот. Есть. Ух, какая сложная схема. Хорошо. Который дает сам доступ. Ага, так, хорошо. Теперь доступна комбинация данных. Комбинирую файлов в ядре памяти. Сам ОС. Теперь доступно. Ага, что мне нужно сделать? Комбинирую файлов. А как это сделать? Где? Хорошо, давайте попробуем. А, вот ядро памяти, боже мой. Ага. Переместить курсор, приблизить. Хорошо. Отдалить. Сейчас смотрим. Комбинировать данные. Это что такое? Данные повреждены. Просмотр. Я не могу посмотреть. Оставшиеся фрагменты. Искать фрагменты. Пока что-то я не понимаю, если честно, что это я делаю. Мне, типа, нужно найти похожий символ или что? Оставшиеся фрагменты 3. Хорошо, соединить. Отдалить. Комбинировать. Да я не понимаю, что я должен делать, если честно. Он не соединяет чертовы узлы. А, вот, соединил, хорошо. Соединил, оставшиеся фрагменты соединил. Все, есть. Угу. Отлично, теперь все готово. Окей, а теперь почини эти скобы. Какие скобы? При удалении накопителя завершено. Журнал флеш-памяти сфер. Ага, примечание тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А, соединить, отдалить. Нет, хорошо, наверное, нужно выйти отсюда, да? Какая цель, простите, повторить? Пожалуйста, повторите алгоритм действий. Доберись до скоб, открой шлюз и выходи наружу. А, хорошо.
удерживать. Ага. Так, внешний люк. Сначала надо открыть внутренний. Управление отключено. Шлюз не задраен. Давайте закроем что-то. А, все, я понял. Закрыть один, да, и открыть другой. Разгерметизировать. Все, ясно. Как это все стрёмно. Ой, я представляю, как было бы круто и страшно выйти в открытый космос. Контрольная панель, через которую ты можешь перенастроить скобы, находится на внешней обшивке. Хорошо. Можно заодно проверить состояние Е12. Боже мой, это Сатурн. Какое же это величественное все. Я не могу, это я не могу. Офигеть. 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 Я могу просто улететь. Хорошо, катастрофические данные не найдены. А, простите, а что я должен теперь делать? Что мне нужно сделать? Скобы деактивированы. Я наблюдаю отсюда. Я... не... А? Переназначи скобы люка ЕА-03. Где это написано? ЕА-9. Ау, я ударился. А, давайте просто искать третий. Это 11-й. Это первый. Оп, стоп, 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 это вообще один. Сам по себе он отвалился от меня? Я вот соединил, да? Можно усилить. Сэм? Он еще на месте, давай посмотрим. Ау. Нет совпадения. Я не могу ничего сказать по этому поводу, да? Я могу заглянуть внутрь? Как это жутко все, как это жутко! Прикинь бы, я бы такой подлетел и раз человека бы увидел через... О, мой бог! Ноут. Джр уже в костюме. Эмма, я в костюме. Я не понимаю, что происходит. Я пытался снять блокировки двери, но модуль начало жутко трясти и... Сам сбросил модуль. Каким вашим мать образом... Как у него получилось? Я попробую обойти станцию с внешней стороны, твою мать. А, твою мать. Попробую обойти внешнюю станцию, твою мать. Значит, выбрать смену точек. Тут больше ничего нету. Я должен об этом сказать ей? Хорошо, тут что? Ау. Тихо. Секретики. Короче, все, мы тут одни. Ой, Эмма. Ты будешь не очень рада этому. Блин, посмотрите, какой он... Я не могу, у меня мозг прям разрывается. Ладно.
Я не могу отсюда... О, смотрите, это она. Я не могу отсюда... Сейчас, где у нас здесь? 10-й все еще. 11-й, можно. Седьмой. Down, а сейчас точно вниз? Сам контрольная панель находится... А, сейчас. Вниз, точно. В космосе нет такого понятия, как низ и вверх. Ты уже близко. Ищи контрольную панель на ЕА-3. Такое спокойствие, да, ощущается, и какой-то кошмар при этом. Хорошо, мы здесь. Забавно, что я как бы с ней заодно, я выполняю ее команду, но в то же время я творю какую-то неведомую дичь под воздействием каких-то ребят с Сатурна, судя по всему. Я ищу панель, честно тебе говорю, я ищу как могу. Это не оно. Здесь нет. Ладно, надо как-то облететь, да, еще его пару раз. А солнце? Где солнце? Я не понимаю, солнце, по идее, светит отсюда, но я его вообще не вижу. Ладно, черт с этим солнцем. Ау. Эм, ты что, троллишь меня? Я не понимаю, где эта панель находится. Нельзя, нельзя троллить искусственный интеллект. Это правило, первый закон робототехники. Не тролль. Так, друзья мои, что-то я не понимаю. Так, это четвертый уже модуль. Нужен третий, мы это поняли. Стоп. ЕА-03. А это РУС-3. Эмма. Ты я не туда вообще прилетел, что ли? Я что-то не понимаю. О, май гад. Вот, это ЕА-04. Это точки контакта. А чё сразу не показывало это мне? Вот если это ЕА-04, то ЕА-03, по идее, должен быть где-то вот совсем рядом. ЕА-02. Тупым! Вот он, 03. Боже ж мой. Теперь мне нужно найти какую-то панель здесь. Боже мой, наконец-таки, как сложно было найти. Поддерживайте. Так. Переместить курсор, а выбрать. Ошибка точек контакта. Начать перенастройку. Инициализация процедуры переназначения скоб. Удерживайте. Стоп. Сорян. Удерживаем. Включить, удерживать. Отпустить. Спасибо. Отпустить. Ура! Хорошо, и теперь нам нужно все таким образом восстановить, да? Начать перенастройку. О, как сложно быть в космосе. Отпустить. Нужно быть очень терпеливым, спокойным, рассудительным. И всегда сохранять это хладнокровие. Мне не свойственно это, я не знаю, что это вообще значит. Я же робот. По сути, поэтому... Есть! Точки контакта корпуса в порядке. Сам, кажется, сработало. Да, сработало.
Соединению модуля понадобится пара минут, чтобы проверить состояние герметизации. Сам, пока ты все еще там, взгляни поближе на поврежденные корпуса, о которых ты говорил раньше. Что видишь? Ты про какое повреждение, вот которое вот... Где-то тут я его видел, да, ведь это же повреждение. По-моему, у четверочки я это видел. Ай. А, ну вот, да? Или что? Ну вот, если только вот про вот этот говорить повреждение. Модуль E04 получил поверхностные повреждения. Похоже, мы вовремя устранили этот пожар. Так, это еще не все, да? Знаешь, если честно, М, я больше не вижу никаких повреждений. По-моему, все идеально, летим домой. Было бы здорово. В целом, вот реально так, чтобы бросалось в глаза, я не вижу. Это седьмой. И он, по-моему, в полном порядке. Хорошо. О, смотрите, солнечная панель. На солнечных панелях имеются следы сильной нагрузки и скручивания. Неудивительно, что панели не пережили этого путешествия. Взгляни поближе на крылья России и Китая. Повреждения наверху выглядят довольно серьезными. Хорошо, Россия, Китай. А, вот, хорошо. Вот российское крыло. И здесь какие повреждения у нас тут? Ты знаешь, кажется, пока все нормально. Только на первый взгляд. Но я-то дотошный искусственный интеллект. Я все проверю. Ну, разве что вот здесь мы можем что-нибудь посмотреть. Что же все еще русское крыло? Да. На трещинах корпуса обнаружен неизвестный материал. Выглядит похоже на то, что я нашла в Е04. Что это за дрянь? Возвращайся со сферы, я жду тебя в Е03. Давай откроем этот люк. Надеюсь, остальные в порядке. Я Китай еще не посмотрел, ничего? Удержите, чтобы узнать. Надо еще вернуться к Эмме. Блин. Легко сказать. А, вот, это сюда. Насколько я помню, низкий уровень питания. Это плохо, я не хочу. Открывай, тварь. Не понимаю, почему, как мне теперь открыть эту панель чертову? Как мне открыть этот люк? Я отсюда вылез. Или нужно в другое место? Или в Е3 нужно? А, вот же он, люк. Боже мой. Все. Ух. А, хорошо, а как мне... А, все, вот герметично закрыть. Задраить. А, да, загерметизировать. И открыть. Ух! Все, сел. Сфера села. Релокация. Я надеюсь, что у Эммы есть дополнительные батарейки, потому что сфера села. Включится она когда-нибудь или нет, узнаем
следующей серии. Огромное всем спасибо, друзья, что были со мной, что смотрели. Завораживает игра, я не знаю, как вас. Я надеюсь, что вас тоже. Пишите ваши комментарии, что вы по этому поводу думаете. Рассуждайте в комментариях о космосе побольше. Я буду читать и наслаждаться тоже. Огромное всем спасибо еще раз. Все ссылки будут в описании под видео на все соцсети. Также не забывайте, что недавно я выпустил видос по Game Hunters, по комиксу, который я рисую, по вселенной Game Hunters. Вся эта информация вот в этом видео. И также следите за моими соцсетями: Instagram, ВК, паблик и тот же самый YouTube, чтобы быть в курсе новостей о том, где можно будет приобрести, когда и так далее. В общем, чем ближе будет к выходу, к релизу комикса, тем больше я буду давать информации. С вами был Юджин, и всем напоследок 5. Вы готовы? 1, 2, 3 и 5!